Всем привет, Ютубу привет. Вот дошел ход, переписываемся с ребятами по поводу вот этих присосок и локлайнов. Вот, ну у меня их тут три штуки. Вот это 115-й, это диаметр подошвочки, да? Вот, 75-й, и в другом месте еще есть 100-миллиметровый. Значит, что хочу рассказать по этим присосочкам. Значит, мое мнение. Я его изложу, а там уже вам решать, что к чему. Значит, первая моя лампочка, вот она, на ней была присоска как раз 100 мм. Вот это вот у меня 75. Вот ей можно поставить в более неудобные места, скажем, вот на такие узкие места, куда вот такая присоска уже не станет. Это раз. Вот. Второй момент, как мы сами видим, можно за эту присоску дергать сколько угодно, она держится нормально. Вот, и можно практически вот весь капот на вот этой стойке поднять за эту присоску. Так что она держит хорошо. Но у нее очень выгодное одно свойство. У нее маленькая подошва, и на разные, скажем, узенькие вот такие места ее можно поставить. Вот такая присоска уже на такие места, естественно, не станет. Даже вот если ее пытаешься клеить вот здесь небольшая неровность, она уже вот не хочет. То есть, к чему разговор? Что вот эта вот маленькая присосочка, она более универсальная. Если вам надо работать в каких-то труднодоступных местах, она вас выручит. Что касается вот такой и более меньшей, ну вот я в частности использую ее вот так под пистолет, чтобы его не дергать. Вот поставил условно, наклонил и работаешь. Дабы меньше шевелиться, опять же вот оборудовал магнитной такой приставочкой. Вот, видите, это ничего не падает. Вот такие вот мелочи жизни. И как ты тут не труси, все держится. Это к тому, что не надо бегать, вот опять же, скажем, взял пистолет, где-то он лежит, вот, допустим, там здесь на стойке, взял грибок, приклеил и все. Вот, да, присоска как бы это не дешевая, но с другой стороны она облегчает, так сказать, работу, ускоряет, меньше всяких телодвижений. Вот, ну и сейчас рассмотрим присосочки. Я с ребятами поделился, ссылочка будет под видео. Вот, 3-дюймовая присосочка есть. Вот, 2,54. Так, 2,54 умножить на 3, получаем 7,62. Прям как у автомата. Вот. Вот такая присосочка. Еще раз покажу, что она, так сказать, вот такая у нас. Ну, опять же, ссылку дам. Тут все расшифровывается, что к чему. Есть присоски вот такие, 4,5. Вот. 4,5 умножить на 2,54. Получаем 11,43. Ну и так далее. Вот поэтому я искал, долго искал и нашел. И вот с вами спешу поделиться. Уже такая присосочка с локлайном идет ко мне. Вот, я считаю, они очень удобные, особенно когда вам надо с лампочкой работать. Вот, она выручает в каких-то неудобных местах. Вот, есть и такие присоски, отдельно продаются с подвесиками. Вот так она выглядит. Ну, не знаю, кто-то считает вот такие присоски, чем больше, тем лучше. Вот. Кто-то считает, что маленькая, это как бы сколько людей, столько и мнений. Вот. Так что вот так. Есть и такие, и такие. Заказывайте, получайте. Вот я думаю, что ответил на вопрос. Тимур спрашивал. Потом спрашивал у меня как раз еще один мой товарищ. Уже я, так сказать, решил ссылочки не рассылать.
на 10-15 человек, а просто-напросто взять и сделать такое коротенькое видео. Выбирайте, как говорится, сами. Вот, ну, мне не нужен такой подвесик, допустим. Или я его, в конце концов, если надо, сделаю сам. Вот. И не нужна вот именно присоска без ничего. Вот. А я заказал себе вот так. Таким образом. Да, как бы 2600 не маленькие деньги, ну а кому сейчас легко, что сейчас дешево. Так что вот такое вот небольшое видео, ссылочки я под видео скину, и кто считает нужным, посмотрит, оценит, вот, и если надо, закажет. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока. Вот такой маленький видеоответ, чтобы долго и нудно со всеми не переписываться. Пока-пока.